Итоги ЕНТ озвучили сегодня в ходе совещания в акимате Шымкента. Руководитель отдела образования отчиталась не только о том, как выпускники городских школ сдавали тестирование, но и назвала номера школ, выпускники которых ЕНТ провалили. Самые высокие знания показали выпускники школ номер 17, 26 учеников, 23-й школы, 149 учеников, 65-й, 166 учеников, 90-й, 91 ученик, 110-й, 15 учеников, 104-й, 42 ученика, 38-й, 116 учеников, 19-й, 14 учеников, 80-й, 171 ученик, 69-й, 17 учеников. Глава города предложил подумать, как решить вопрос с теми, кто откровенно тянет показатели города вниз. Вот как раз, когда каникулы, чтобы не мешать, посмотрите, как там, методика, задача, там. Вы будете заместителем председателя комиссии. И обязательно с Алланах, мы можем сдать комиссия. И специалистов, которых нейтральны, независимы. Там университеты нам сдали. Вот слабый есть, да их историю, учителя историю поставьте, математику поставьте. Он поговорил с ним, собрал математику, учителей, поговорил, узнал из уровня. По итогам работы за год составлен рейтинг школ Шымкента. За основу взяты показатели учебно-воспитательной работы. Самые лучшие школы – 1, 7, 9, 23, 25, 38, 47, 65, 80, 90. Лучшие школы – 17, 19, 26, 46, 58, 60, 86, 99, 104, 107, 110, 113. Отмечены возможности, которые раскрываются перед теми, кто прошел специальное психологическое тестирование на вопрос выявления у тестируемых творческих способностей, расположенности к тем или иным видам деятельности, выяснению поведенческих мотивов и психологических возможностей. Аким Шымкента поддержал предложение главного педагога города о прохождении такого теста всеми шымкентскими учителями.